ЦБ и правительство у нас рапортуют об исторически низкой инфляции, которая, по сведениям чиновников, временно подскочила из-за повышения НДС. В реальности в стране стремительно дорожает базовое продовольствие. Например, набор продуктов для щей, который считается самым точным измерителем инфляции для уровня беднейших российских семей, растет в цене в 2,5 раза быстрее, чем цифры, которые приводит Росстат. В первом квартале покупательная способность населения страны упала по 17 из 24 основных продуктов питания, отмечается в экспертных комментариях о государстве и бизнесе, которые были сегодня опубликованы. Набор продуктов для щей по рецепту из книги «О вкусной и здоровой пище» стал дороже почти на 14%, при том, что официальная инфляция составляет 5,3%. Денежные доходы граждан России выросли в номинальном выражении всего на 3,2%, а их покупательная способность на уровне базовых овощей и мяса рухнула на 9,5%. Год к году. Захлестнувшая страну инфляция щей непропорционально задевает значительную часть граждан, которые получают доходы ниже среднего и вынуждены тратить значительную их часть на продукты питания. Эта часть объясняется, почему люди ощущают, собственно, инфляцию в разы выше, чем видит официальная статистика. Так, если Росстат оценил рост цен в мае в 5,1%, наблюдаемая населением инфляция составила 10,4%. И это данные Банка России.